Значимость ролика ФУ в исламской экономике и финансов неуклонно растет. Этот факт подтверждает целый ряд мероприятий, которые проходят в Институте международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального. В его стенах собрались специалисты по экономическим вопросам в исламском мире. Всех их ждет много работы. На сегодняшний круглый стол он абсолютно рабочий. Здесь нет парадных речей, здесь есть конкретная работа по серьезным направлениям, которые связаны действительно с оценкой сегодняшней ситуации финансовой системы Российской Федерации и о тех возможностях, которые предоставляет исламская экономика для развития потенциала. Участники университетского проекта «Исламская экономика. От теории к практике» также обсудили юридическую сторону. И несмотря на существующие сложности, исламская экономика по-прежнему актуальна. Как известно, мусульмане должны что-то выплачивать с того имущества, которым обладают. Но в современной действительности они платят еще и другие налоги, имеют различные траты. И вот как это все соединить, каким образом их духовная жизнь может укладываться в тот светский образ жизни, который они ведут, это важно понять и найти пути применения. Обсуждение затронули не только проблемы, а также позитивный опыт исламской экономики, накопленный в разных странах. Возможно, в скором времени именно она сможет усилить экономику всей страны. Аделя Мухаметшина, Руслан Уразаев, Универньюз.